Лихо. Мартовских гроз я еще не помню. 30 марта 2017 год. Харьков. 10 минут. 0 часов 10 минут по Киеву. Гроза 30 марта с молнией. И это при том, что господа прогнозисты, синоптик UA, пообещали сегодня день без осадков, завершившийся. В 11 возвращался, о, со смены промок до нитки. Да. Даже надо так профессии не владеть. На 8 часов погоду не в состоянии предсказать. Без осадков напрогнозировать тогда, когда гроза, блин. Хотя гроза в марте, это, наверное, все-таки редкий случай. Сколько там температура? Плюс 5, что ли? Ляпота. Вот это оно. Тридцатое марта. 17-й год, Харьков, 15 минут, 1-го по Киеву.